Ну что ж, друзья, всем привет! Мы начинаем наш третий день марафона. Жду, пока соберетесь, пока все придут к нам. Ставьте свои плюсики, как меня слышно, как меня видно. Вот, и буду рада всех видеть. Я думаю, что у нас есть еще одна минутка, да, до начала. Да, всех приветствуем. И у нас сегодня третий день нашего марафона про бизнес тайм. Меня зовут Анна. Многие меня знают как журналиста, как блогера. Да, присоединяемся. Сейчас мы соберемся и начнем наш сегодняшний разговор, наш сегодняшний марафон. Итак, ну что ж, начинаем. Начинаем, ребята, всех рады видеть. Эфир будет доступен в записи 24 часа. Также можно будет посмотреть нас на YouTube. Очень рада, что приняли решение заняться в эти дни, как говорится, найти время на себя. Итак, о себе немного расскажу. Меня зовут Анна Ерошина или Минигулова, и так меня называют. Вот в сети я под фамилией Ерошина. Я журналист, работала много времени, я работала на телевидении. Это была действительно такая очень тяжелая работа, очень такая классная работа моей мечты, казалось бы, да, но для 5 минут в кадре приходилось очень-очень много работать, порой даже допоздна, вот эти эфиры, которые и в 8 вечера могли быть, да, и в 11, и в 9 утра уже начало, да, то есть ты приезжаешь там к 7 на работу. То есть такая работа-работа, которая мне показала, что времени семье я уделять практически не могу, да, и захотелось мне чего-то более такого свободного, более релаксового, ну и, конечно же, я потихоньку, постепенно стала присматриваться к инструментам онлайн. Я сейчас работаю как SMM, развиваюсь также как таргет, ну, в таргетинге, вот, SMM, поэтому это, конечно, тоже сейчас инструменты, бизнес онлайн, бизнес 21 века, это мы переходим постепенно онлайн. Я travel-блогер, также я посетила 42 страны мира, часть из них я посетила именно с Incruises, с клубом путешествий. И, конечно же, я сейчас, вот когда будет больше людей, я расскажу о своих круизах, то есть я ездила в круизы, зашла в клуб путешествий я еще где-то 1,5 года назад, но я зашла именно туристом. То есть я решила, вот я съезжу в круиз, чтобы действительно показать всем своим друзьям, что это все существует, что это реально, за не такие уж большие деньги, дешевле, чем можно съездить в Турцию, вот я уже побывала. И вот год назад мы поехали с моей дочкой, мы поехали в круиз в мае, это была Италия, Испания, Франция, на лайнере MSC Fantasia. Это было, конечно, настолько столько много впечатлений, мы до сих пор вместе с дочкой рассказываем на презентациях, что там было и как этот круиз перевернул мою жизнь. Потому что до этого, конечно же, я много путешествовала, много ездила, ну так, выходила по работе, бывали командировки, также у меня был жених сомелье, мы тоже часто ездили в разные страны на гастрономические туры, вот, поэтому, конечно, я и в любом случае у меня вот есть там лишние какие-то деньги, я уже знаю, как искать авиабилеты, как искать лоукостеров, как собирать как пазл свое путешествие, то есть я это все знаю, этому всему я могу обучать людей, вот, и, конечно, при любой возможности я срывалась с места, ездила в круиз. Таким образом, вот у меня накопилось более 30 стран, и, ну, на тот период, когда я зашла в Incruises, сейчас уже, посетив 2 круиза, у меня в копилке 42 страны. Итак, я вот рассказывала, что в прошлом году я ездила с дочкой круиз по Средиземному морю, и совсем недавно, месяц назад, мы вернулись со второго своего круиза, который проходил в Южной Африке. Южная Африка и Мозамбик. Это было на лайнере MSC Оркестра. Уже тогда начинался карантин. Уже, ну, еще не было в таком, конечно, масштабе, мы уезжали в середине февраля, тоже как бы уже на свой страх и риск, с одной стороны, и мы остались безумно довольны, потому что увидеть Южную Африку, всю эту совершенно другую, да, по ту сторону экватора, совершенно другая природа, животные, мы ездили на сафари, мы играли со львятами, мы, как говорится, гладили крокодильчиков, мы гладили львят, это было, конечно, потрясающее впечатление, то есть, таким образом, вот,
Для тех, кто только присоединился, я рассказываю о том, что с компанией Incruises я была уже в двух своих круизах. В двух круизах по Средиземному морю и по Южной Африке, Мозамбику. Сейчас мы забронировали уже третий круиз. Третий круиз забронировали по Персидскому заливу, по Средиземному морю. Ой, простите, по Персидскому заливу, да. Это будет Оман, Дубай, Абу-Даби, ну, также увидим Бахрейн, остров Сербанияс. То есть очень много есть направлений в нашей базе, около 5000 направлений. Итак, почему же я, путешествуя так много по миру, да, выбрала для себя именно такой вид путешествий, как круизы? Впервые я увидела круизный лайнер еще много-много лет назад довольно-таки. Это был, знаете, такой есть паром популярный, ну даже не паром, он идет как круизный, из Финляндии в Стокгольм. Вот он идет одну ночь, и это такой многоэтажный дом, белоснежный, красивый. Когда я это увидела, я поняла, что я хочу путешествовать по миру именно так. Но прошли годы, прежде чем моя мечта сбылась, и когда я поняла, насколько выгодно можно путешествовать через круизный букинг, я, конечно же, этой возможностью воспользовалась. За 6 месяцев примерно, очень в идеале, да, за 3-6 месяцев можно забронировать себе, распланировать круизы на время вперед, даже на 21 год у нас туристы бронируют уже, и поехать в свой круиз. Ну, не могу не сказать о ситуации, которая сложилась сейчас. Вчера выходил с нами на связь президент нашей компании Майкл Хатчинсон, компания Incruises американская, международная. И он обращался со словами, как говорится, поддержки, говоря о том, что, ну, паниковать на самом деле не стоит. Мы, наша миссия не продавать круизы, мы не отправляем людей в круизы прямо сейчас, мы, как говорится, этим не занимаемся. Мы предлагаем людям стать членами нашего международного круизного клуба с тем, чтобы они могли сейчас, вот на данном этапе, инвестировать в свои будущие круизы, накапливать и даже сохранять свои деньги, да, при скачущем вот этом курсе валюты, при каких-то непонятных совершенно финансовых или понятных, да, кому-то вещах, что происходит, мы имеем таким образом возможность очень хорошо сейчас сохранить свои деньги и забронировать круизы, пожалуйста, осень, зима, 21 год, все это в базе есть. Общалась я также со многими очень, ну вот, турагентами, гидами, да, турфирмами, чтобы тоже спросить, ну что же сейчас происходит. Конечно, наши многие переквалифицировались, приходят уже в рассылки там Крым, Анапа, да, приходят какие-то другие совершенно направления, пока про Европу временно вроде как мы забываем, но мы понимаем, что карантин, он вечным не будет, то есть рано или поздно он, конечно же, спадет, уже вот Майкл, наш президент, вчера говорил, что к осени уже точно все круизные линии, даже к лету, они уже все возобновят, да, свою деятельность, которую сейчас некоторые временно приостановили, но даже те туристы, которые у нас в данный момент находятся в круизе, ну или только вернулись, компании круизные идут просто на все возможные плюсы и бонусы. Людям продляют круизы на 5 дней. Вот у нас партнеры из Киева сейчас путешествовали, да, в сторону Барселоны. Им круиз продлили на 5 дней. За каждый невыход в порту, где нельзя выходить, им возвращают 100 евро, да, живыми деньгами. То есть апгрейд кают делается. То же самое будет и осенью, да, то есть люди сейчас посидят дома, вот представляете, да, такую ситуацию, сейчас все дома, карантин, да, работа онлайн, вроде как никуда не выезжают люди, настолько сейчас изголодаются по отдыху, и как только откроют все границы, их рано или поздно откроют, именно круиз будет в тренде, потому что, к сожалению, или к счастью для кого-то другого, многие турфирмы уйдут с нашего рынка. Уйдут, потому что, ну, что такое, по сути, турфирма, да, вот есть крупные туроператоры, а есть турфирмы, которые как ИП, ну, мы можем завтра зарегистрировать определенное ИП, это не дает никаких гарантий, если вы через турфирму берете свой тур, то если он не состоялся по каким-то даже независящим от вас причинам, вернуть деньги за него будет очень и очень сложно. Часто возвращают просто страховку. Такие случаи, они просто сплошь и рядом. А именно что касается круизной индустрии, Incruises – это, по сути, букинг круизов, букинг всех крупнейших международных линий. У нас их 16, да?
да, 16-17 будет в 2020 году. То есть это самые крупные такие круизные туроператоры. MSC, Costa, Royal Caribbean, которые существуют уже более 50 лет, многие на этом рынке, и они пережили не один кризис. И это просто для них такая сейчас пауза, определенное затишье, потому что люди продолжают бронировать свои путешествия, инвестировать на будущее. То есть, по сути, по круизной индустрии сильного удара не будет. Лайнеры продолжаются строиться. Каждый год около 50 новых лайнеров выпускается на воду различными компаниями. Расскажу о самом лайнере, чтобы было... То есть никуда они... Сейчас попозже расскажу, да, обязательно. То есть никуда мы, как говорится, круизы меньше люди ездить не станут. Наоборот, когда сейчас откроются границы, люди, случится такой некий туристический бум. А так как люди уже перестанут доверять турфирмам, которые, к сожалению, деньги, очень много случаев, даже у моих знакомых, не возвращают деньги за несостоявшиеся туры, о круизе люди пойдут именно туда. Потому что здесь, с круизным букингом, ваши деньги сохраняются и приумножаются. Будут у нас много мастер-классов на нашем марафоне о маркетинг-планах, о том, как можно здесь зарабатывать. Я именно хочу донести мысль о том, что даже туристам быть здесь намного выгоднее. Во-первых, идет все именно в долларах, то есть вы сохраняете свои сбережения и даже удваиваете. На каждые ваши внесенные $100 приходит еще 100 круизных. Таким образом, 200 круизных у вас ежемесячно. И вот на эти деньги, да, которые каждый, соответственно, месяц прирастают, вы можете бронировать, вы можете делать для всей семьи свои именно круизы. Круизные линии пойдут навстречу, я говорю, это апгрейд кают, вот как у нас уже было в феврале, мы взяли каюту внутреннюю и нам сделали бесплатный совершенно апгрейд до балкона. Потому что круизным линиям они понимают, что мы путешественники, мы блогеры, мы будем рассказывать об этом другим людям, мы будем пиарить, да, мы, говорится, работаем в соцсетях, почему бы нам не дать дополнительные преимущества, ну, тем более внутренние каюты им продать будет легче и дешевле. Таким образом, происходит апгрейд. В круизных кораблях это огромный плавучий город, такой плавучий отель, да, от 2 примерно тысяч человек вместимостью до 5000, как MSC Grandiosa, MSC Splendida. Вот. Ну, у нас, например, в Южной Африке был достаточно небольшой лайнер MSC Оркестра, там было около 2500 человек вместительность. Так вот, там абсолютно все включено, что касается еды. То есть вы, это не как, допустим, в том All Inclusive в Турции, где вас кормят по расписанию определенными какими-то блюдами. Здесь целый этаж занимает огромный шведский стол. Здесь есть питание а-ля карт, ресторанное. Здесь есть все возможные развлечения. Это детский клуб, то есть вы едете со своими, допустим, детьми, а дети, самое вот важное, путешествуют на ряде лайнеров до 18 лет, абсолютно бесплатно. До 12 лет путешествуют бесплатно практически везде. До 18 лет на направлениях, которые касаются там США, вот там они туда путешествуют бесплатно. До 16 лет тоже на очень многих лайнерах дети путешествуют бесплатно. Почему это такая философия круизных линий? Потому что дети вовлекутся в круизы с раннего детства, и они вот уже это все понимают, этот стиль, и дальше, когда они вырастают, они смогут своим детям также рассказывать про круизы, также их брать в круизы. Таким образом, это строится философия компании, что детям, для детей все, да, то есть для детей они стоят по цене портовых сборов. Вот, например, за свою дочь в прошлом году, за 8 дней All Inclusive, в 3 страны, 6 городов, я платила $50 за все. Вот, то есть, ну, там на то время около 3000 рублей за все я заплатила. Вот, поэтому с детьми это семейный отдых. В первую очередь, вы сможете поехать со всей семьей, вы сможете там взять действительно с собой в каюту, вы сможете взять родителей, вы сможете для них это сделать, своим детям. Для детей действует клуб, детский клуб, который абсолютно бесплатный, там англоговорящий персонал в основном, но есть еще и русскоязычный, но для детей это огромный плюс, они начинают учить язык. Дети говорят целыми фразами, буквально уже по-английски, возвращаясь с круизов. Там за детьми смотрят, их кормят, с ними гуляют, их даже водят в бассейн, все под присмотром, театральные представления с ними устраивают, и потом демонстрируют родителям, чему дети научились за целый день. То есть детям это реально очень нравится.
Корабль, как правило, идет лайнер, да, он идет вечером, идет ночью. Утром каждый раз вы высаживаетесь в разном порту. Например, у нас было в Неаполе, мы сели на лайнер, далее мы поплыли Ливорно, целый день мы гуляем по Ливорно и возвращаемся. На корабле нас ждет роскошный ужин, нас ждет театральное представление. Каждый день театр, дважды в день, дважды за вечер. То есть, если вы пропустили первую часть, можно прийти на вторую. Это музыкальное шоу, это представления цирковые, акробатические. На нескольких лайнерах есть цирк Дю Солей, именно сам цирк по минимальной стоимости, он даже там практически по символической, да, около 1000 рублей в рублях. Вот, он именно для артисты приезжают именно, чтобы дать представление для посетителей лайнера. Вот, там есть, ну, для любителей там казино, всевозможные развлечения, гольф-клуб, бассейны всегда есть, хамамы, сауны, аквапарки. Не на всех лайнерах есть аквапарки, но очень на многих. То есть даже если лайнер целый день в море находится, то есть чем заняться, можно провести время, ну, как говорится, исследовать лайнер, вот его даже не обходишь, за целый день бывает, вот, поэтому это, конечно, тоже очень замечательно. И таким образом, основные преимущества, то, что за один круиз вы побываете сразу во многих странах. Вот мне, как путешественнику, это очень важно. Я собираю, вот я собираю флаги, да, я собираю, мы закрашиваем с дочкой монетки на карте, где мы были, в каких странах, и для нас очень важно, что вот он, 3-4 страны, раз за один круиз мы посетили. Причем это полноценно, комфортно, не надо таскать с собой тяжелые чемоданы, переезжать с отеля в отель, не нужно вот эти брать направлением. Конечно, это тоже все умеем, да, фликсбасы недорогие, автобусы, эти поезда, но представляете, с детьми, с чемоданами, вы можете там где-то расписание, где-то что-то задерживается. Вот во Франции мы сталкивались не раз, что поезд, он просто может, ну, не приехать, не прийти, задержаться, там есть забастовки, да, периодически бывают, ну, и можно даже один раз я практически чуть не опоздала на свой рейс, просто потому что поезд не пришел из-за забастовки. То есть с круизами такого быть просто не может. Вы уже попадаете, что называется, в хорошие руки и в комфортную обстановку. Здесь есть и отдых в формате релакс, когда вы совершенно там релаксируете в спа, в йога, да, так и для любителей активного отдыха. Пожалуйста, рано утром вышли в город, и там уже сами себе взяли экскурсии, и сами, ну, что хотите, то и делайте, да, главное, вечером вернитесь обратно на лайнер, вот, ну, как я говорила, подходит для любого кошелька, от эконом до лакшери, потому что, пожалуйста, есть каюты, это как в отеле, да, то есть есть вот тут также внутренняя каюта, есть каюта с окном, а есть каюта с балконом, а есть еще сьюты, да, есть круизы, начинаются от 3 дней, есть кругосветки, есть круизы, которые идут по Средиземному морю, по Азии, да, по Африке, пожалуйста, из Антарктиды есть, до Антарктиды есть круиз, да, из Аргентины, из Ушуаи, по Аляске. Вот у нас уже есть люди в Уфе, которые бронируют. То есть 5000 направлений по всему миру. Можно выбрать, бронировать любой из этих направлений, вот, на любом лайнере. Ну, питание, естественно, питание очень хорошее. Сразу скажу, потому что ну, плохого или какого-то некачественного быть не может, иначе весь лайнер, то вот так же, как мы знаем, чуть что закроют на там карантин или еще что-то. Поэтому питание самого высочайшего уровня. Есть даже мишленовские повара на ряде лайнеров пятизвездочных. Вот. И таким образом это и лобстеры, и, пожалуйста, лангусты, и все возможное на круглосуточном столе. Там все включено, кроме не включается алкоголь, и не включены, конечно же, товары duty-free, понятно, да, то есть вы можно отдохнуть как в формате «Орел и Решка» или, ну, эконом-вариант, да, а также можно тратиться в duty-free, делать покупки, там покупать какие-то алкогольные карты, покупать дорогие экскурсии на лайнере. Кстати, на лайнере экскурсии дороже, да, то есть по своему опыту. Не могу рекомендовать экскурсии, предположим, на лайнере, которые, ну, которые вы покупаете и потом на земле, да, используете в каком-то городе. Но есть острова для круизеров, куда вы можете попасть
только с лайнером. Так у нас было, например, в Мозамбик есть такой замечательный курорт Помене. Вот мы в феврале там были. Это курорт с белым песком, с какими-то вот такими соломенными крышами, с настоящими, ну вот, аборигены, которые там живут, которые продают кокосы, при тебе их рубят, вот тропические леса, вот такая шикарнейшая природа. Там он открыт только для круизеров, только для тех, кто выходит именно с лайнеров MSC. По-другому это, ну, не увидишь. Вот, поэтому это, конечно, очень ценно, что мы можем видеть такие острова. Вот, поэтому на самом, конечно, все ролики, все описания лайнера, все это сейчас можно найти в сети, все это можно найти на YouTube. Просто вот у нас очень многие из Уфы ездили сами. И за последний буквально год у нас более 1500 человек только из Башкирии побывали в круизе. Если мы знаем статистику, вот можно привести, что во всей России только 2 человека были в круизе. Ой. Простите, 2%, 2% только из России были в круизе. Представляете, 98% россиян в круизах не были никогда. В Америке это около 20% людей, которые побывали в круизах, в Европе 10%. У нас, если рассматривать именно как бизнес, у нас ниша абсолютно свободная. То есть 98% россиян, да, которые, большая часть из них о круизах просто практически ничего не знает. Ну, они думают, о, это какой-то безумно дорогой отдых, там наверняка укачивает, там еще что-то. Нет, это не для меня. Я вон лучше в 10-й раз в Турцию, или я там вот в Крым и так далее. То есть у людей зачастую просто нет информации. И очень важно, наша миссия именно просто донести и рассказать. Вот вам, пожалуйста, лайнеры, вот all-inclusive, все это. Все это есть, все доступно для вас и ваших детей. Опять же, вот с ростом, да, курса валют, что можно сказать, сейчас действительно деньги ваши будут сохраняться, насущные потребности в путешествии останутся, это как снять отель и где покушать. Так как цены, к сожалению, будут расти, то путешествия, скорее всего, также вырастут. Но что у нас останется? У нас остается наш, вот главное, да, это лайнер, наш плавучий дом, плавучий отель, решена проблема с транспортом, решена проблема полностью с питанием, решена проблема с развлечениями. То есть для вас, для тех, кто вступает в клуб, это все сохраняется по той же цене. То есть мы таким образом сейчас, вот сегодня, там сидя на карантинах, еще где-то мы инвестируем полностью в свои будущие путешествия. Можно, вот у нас сейчас забронирован уже на осень лайнер, да, на зиму, у многих наших туристов забронировано, то есть проблема с отдыхом решена. Еще очень важный момент, конечно, мы знаем, у нас население очень перекредитовано, закредитовано. Только в 2018 году россияне взяли кредитов на сумму более 8 триллионов рублей. И таким образом пол зарплаты, да, вот уходит на погашение кредитов. Я тоже с этим сталкивалась, действительно. И потом не хватает, ты вроде как еще влезаешь в кредит, а тут еще и надо в отпуск поехать. И вот ты снова влез в кредит на отпуск, который ты потом, отдыхая, ты думаешь, ага, мне же надо приехать за это все платить. И таким образом, возвращаясь, еще расплачиваешься за свои кредиты. А здесь система совершенно другая, и она как раз направлена на то, чтобы облегчить людям жизнь, да, чтобы было проще путешествовать. А возвращаясь, вот вы вернулись со своего круиза, и у вас в личном кабинете еще лежат деньги на дальнейшие ваши путешествия, потому что вы, ну, допустим, вы продолжаете вносить на свое собственное путешествие дальше, да, $100, которые превращаются в 200 круизных, и таким образом на ваше путешествие у вас дальше остается. Вот, например, в мае, вернувшись из круиза, на который, ну, буквально там около 700 на двоих с дочкой, 8 дней all-inclusive, в 3 страны, да, 700 около долларов мы на круизных, причем на это потратили, из которых моих личных было, соответственно, меньше, гораздо меньше, да. И я возвращаюсь, у меня еще лежит тысяча в личном кабинете долларов на следующий круиз. Ну и, конечно, следующий я там опять бронирую. То есть в кредиты, в долги ни в какие не влезаешь, но в этом миссия. То есть настолько это хорошо. И почему сейчас именно круизы новый тренд? Вот 20 лет назад, да, трендом была Турция. Мы только люди открывали для себя, ну, может, там 30, не знаю, люди думали, о, а как это, новая страна, язык, там все, ну, за 20 лет изучили хорошо, ездим как себе на дачу, да, то есть Турция это уже не тренд, да, это уже вот куда бы поехать, ну, самый простой вариант. Сейчас именно становится трендом круизы, во-первых, потому что, как я говорила, ниша абсолютно пустая, люди об этом мало знают, и наша
миссия как раз просто об этом рассказывать людям. И это официальный сайт бронирования круизов, по сути. Ну, вот есть у нас Booking, да, всем известный отельный Booking, есть у нас Uber, да, такси, есть Aviasales. Это агрегаторы, агрегаторы бронирования. То есть у них нет своих такси, своих самолетов, своих отелей, но они предлагают вот эти самые продукты по самым выгодным предложениям. Также точно Incruises. Это онлайн-букинг, который ищет как агрегатор, во-первых, находит самые минимальные цены. Лучше сюда писать, да, если какие-то есть вопросы. Вот, находят самые минимальные цены уже и еще и дает таким образом скидку тем, кто вступает и становится членом элитного международного клуба Incruises. Вот, например, я сейчас являюсь безоплатным членом, да, я заходила как турист, я съездила в свой, как говорится, круиз, я убедилась, что все круто, все классно, я стала об этом рассказывать своим друзьям, своим знакомым, потому что, ребят, это нормальная тема, здесь все работает, здесь классно, и тут еще и можно зарабатывать. Ну, тогда я присоединилась как партнер, апгрейдилась, вот, в сентябре, осенью прошлого года я сделала апгрейд, стала партнером, пригласила 5 человек, сделала себе пятерку, и путешествую, получила сертификат на 2400 круизных долларов. Ага, в каком месте? У меня тут не было никакого оповещения, что было прерывание эфира, ну, ладно, продолжим. Вот. И получила сертификат на 2400 круизных долларов. И таким образом сейчас я уже путешествую бесплатно. На эти деньги можно поехать примерно в 3-4 круиза, таких, ну, недорогих, недолгих, допустим, одному, либо в 2 хороших круиза, взяв с собой еще кого-то, да, вот, например, у меня мой жених, он живет в Германии, он тоже стал партнером клуба, мы сейчас, он, ну, практически не мог ко мне присоединиться, потому что было достаточно не так дешево, если бы он просто зашел со стороны, а сейчас, став партнером клуба, он уже также накапливает на свои путешествия, и мы спокойно ездим, вот мы съездили вместе сейчас в Южную Африку, Мозамбик, сейчас мы как раз уже запланировали Персидский залив, берем ребенка совершенно, который бесплатно едет, то есть, да, вот сейчас пришло оповещение, что прямой эфир был прерван. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто меня видит и слышит. Идет эфир? Обратную связь дайте, пожалуйста, кто-нибудь. Ну, я продолжу, да, продолжу. Да. Ну, таким образом, смотрите, друзья, да, сейчас все слышно, да, спасибо большое, Тимур. Вот, ну, таким образом, я рассказывала о себе, я рассказала о наших лайнерах, я рассказала о том, что сейчас это становится новым трендом. И вот смотрите, то есть уже никто не боится... Ничего страшного, эфир записи 24 часа. Вот. То есть никто сейчас уже онлайн не боится, что нужно куда-то идти в офис, куда-то нести свои деньги. Да, да. О, спасибо, спасибо, ребят. Да. Ну, никто сейчас, мы привыкли уже к букингу, к авиасейлсу, мы сейчас спокойно бронируем. Также точно и с Incruises происходит. Вот. Ну, сейчас, почему еще хорошо, что... ниша, так скажем, ниша свободна, на этом можно действительно еще и зарабатывать. Вот я остановилась на том, что, став безоплатным членом, теперь я уже путешествую бесплатно. На этом марафоне ежедневно, который вы увидите, у нас будут выступать маркетинг-директора, у нас сеньор-маркетинг-директора, люди, которые уже не просто бесплатно путешествуют, но еще и делают на этом бизнес, делают на этом деньги. И сейчас, может быть, к сожалению, да, из-за вот этого коронавируса мы так вынуждены многие люди, очень большая часть планеты вынуждена сидеть дома и быть онлайн, да, и сейчас на самом деле для бизнеса, для MLM бизнеса время очень хорошее, то есть можно изучить для себя новую нишу, можно сейчас получить такое новое образование и развиваться, именно общаясь. Я общаюсь со многими гидами, конечно же, у них сейчас они переживают глобальные проблемы, гиды, да, очень многие люди останутся, возможно, без работы в туристической сфере. Много достаточно, таким образом,
когда вы работаете онлайн, прокачиваете себя, да, какие-то навыки новые обретаете, вы можете зарабатывать таким образом даже здесь, даже дома, да. А у нас очень много мы обучаем именно как пользоваться, как забронировать дешевые билеты, что такое лоукостеры, как воспользоваться стоп-оверами, то есть как присоединиться к коуч-серфингу, да, к этой платформе, как забронировать квартиру на Airbnb, еще на этом прилично сэкономить гораздо больше, чем на сайте. То есть это тема отдельных эфиров, и я думаю, что мы будем делать их либо как отдельную школу, либо мы через, вот сейчас у нас 2 недели идет, 14 спикеров, мы рассказываем о самом бизнесе, так скажем, вступление, чтобы вас просто познакомить с этим уникальным продуктом. А дальше, когда вы уже примете решение, допустим, остаться туристом или остаться партнером нашей компании, мы перейдем в закрытый чат, в закрытое обучение, где будем уже говорить самые-самые фишки, лайфхаки выгодных путешествий и будем рассказывать о броне, соответственно, как забронировать грамотно там лайнер, авиабилеты, различные платформы, сэкономить на приложениях. Вот еще о чем очень бы хотела сказать, это, конечно, бизнес реферальных программ, да, то есть сейчас у нас, например, все ли пользуются, кто-либо пользуется здесь реферальными программами, например, реферальными ссылками на карты Тинькофф, да, та же самая. То есть я сейчас не рекламирую, допустим, какие-либо продукты, мне просто Тинькофф All Airlines, у нас очень многие туристы им пользуются, да. Почему? Потому что здесь можно копить мили. То есть таким образом вы, получая карту Тинькофф All Airlines, отправляете свою реферальную ссылку какому-либо человеку, он воспользовался, вам пришла 1000 миль на счет, и ему пришла 1000 миль на счет. Таким образом, это win-to-win, да, то есть современный реферальный бизнес строится именно так, на ссылках, приглашениях. Вот, точно так же работает Booking, но там разово, там, допустим, вы тоже можете поделиться, там около 1000 рублей вы получите скидку, да, если вы постоянный член Booking. Также и Uber, тоже реферальная у них есть система, тоже достаточно разово, да, делается. Точно так же и здесь, став партнером, то есть даже как турист, вы уже поняли, что туристам даже вы путешествуете выгодно и сохраняете свои доллары. Но здесь, став партнером, вы также получаете свою реферальную ссылку. То есть это такой же реферальный бизнес приглашений. Причем, если сейчас продуктово-сетевой, ну, я думаю, что, не то, что я думаю, я общаюсь тоже с сетевиками, есть определенные сложности в том, что когда есть кризисные времена, да, назовем их так, когда у нас скачки валют и так далее, то продуктово-сетевой относится к тому сегменту, который можно заменить, да, то есть можно заменить какую-нибудь супертряпочку, да, на, так скажем, менее дешевой, можно от каких-то БАДов отказаться в пользу других, да, то есть все это можно заменить. Но путешествие относится к такой очень базовой потребности людей, и когда сейчас изголодавшиеся люди с открытием границ ринутся в путешествие, да, то они реально не будут сейчас думать, какими тряпочками они там будут мыть полы и так далее, но они будут сейчас искать самые выгодные моменты, куда поехать. И этот момент, вот эти вот недели, можно использовать как раз для самообразования. То есть можно присоединиться, например, у нас есть бесплатный онлайн-чат в WhatsApp, там мы делимся самыми такими фишками, какими-то горящими, да, куда, что, где можно будет поехать. Конечно, в данный момент, да, вот в данной неделе это все не так актуально, потому что никто завтра, послезавтра никуда не поедет, да, но пока сейчас мы можем, по крайней мере, изучить, да, изучить эти моменты и выйти из всей этой ситуации уже подготовленными. То есть сейчас мы выдохнем, да, расслабимся, побудем со своими семьями, поработаем из дома, поучимся, и далее мы уже будем знать. То есть пока мы можем стать с вами экспертами в путешествиях, в своих путешествиях, в путешествиях своих друзей и близких. И именно круизная отрасль, она будет переживать бум. И представляете, если вы успеете сейчас включиться в этот процесс, когда на волне, когда россияне раскачаются, начнут ездить в круизы, они начнут ездить, потому что порты открываются сейчас для глубоководных лайнеров из Сочи, из Петербурга, из Владивостока уже запущены, да, из Стамбула. Вот, то есть
порты именно для глубоководных лайнеров. Они вот здесь открываются, то есть, в принципе, можно добраться, даже если кто-то не хочет там лететь. Вот до Петербурга добрался на поезде, до Сочи доехал на машине, дальше на лайнере. Вот, поэтому сейчас в России все это приходит, все это будет. И вот как 20 лет назад популярной была Турция, сейчас это все становится популярным. И в начале пути зайти в эту отрасль — это просто шикарно. А уж 5 друзей — это бизнес 5 друзей, да, то есть 5 друзей пригласить может каждый, абсолютно каждый. 95% сейчас можно делать в интернете, да, и таким образом вы просто обеспечите себя и свою семью путешествиями на годы вперед, на годы, на месяцы, да, и даже состоянием, так скажем. Поэтому хотелось бы, вот есть у кого-то уже мечта, куда бы вы хотели отправиться, может быть, какая-то страна мечты. Вот, например, мне бы очень хотелось поехать в Австралию, и у нас есть просто потрясающие круизы, можно посмотреть, как наши люди туда ездят, туда путешествуют. Поэтому просто тоже подумайте, визуализируйте, представьте, как это все будет. Вот. И таким образом, как я уже сказала, путешествий много, путешествую часто. Я сейчас остановилась на... не то чтобы остановилась, я выбрала как самый шикарный вид отдыха круиз, но мы не обязательно ездим только в круизы. Пожалуйста, это совершенно могут быть другие направления, просто мы уже научились, вот, например, с карты Тинькофф выгодно, можно бесплатно слетать куда-то, да, то есть накопив мили. Просто ежедневно рассчитываясь, и дальше летаешь. Карта, понятно, все, наверное, знают, карта Аэрофлот также копит мили, да, и много других есть программ. ВТБ-24 точно так же тоже накапливаешь мили. Вот. Недавно мы открыли для себя очень классный продукт, карта Priority Pass сбербанковская, которая позволяет бесплатно сидеть в бизнес-залах. То есть, пожалуйста, в бизнес-зале, вот у нас был очень длинный перелет, Йоханнесбург, сначала, конечно, Уфа, Москва, Рим, Йоханнесбург, Дурбан. И на каждом этом перелете вот 8 раз человек может воспользоваться бизнес-залами в любой точке мира. И карта это на, ну, вот в течение квартала. Кварталом можно воспользоваться 8 раз, зайти в бизнес-зал совершенно бесплатно. Да? А там, пожалуйста, еда, горячая, холодная, напитки, душ, там тапочки одноразовые, там просто отдых, комфортные диванчики, Wi-Fi. То есть это уже совсем другое стиль путешествий. Ну, просто вот мы знаем о таких возможностях. Вот, если можно дальше эту карту себе оставлять, если есть там большие движения по счетам, должны быть достаточно. Вот, но можно эту карту, допустим, если вы хотите ее закрыть, то, в принципе, это тоже можно сделать, но надо сделать так грамотно, да, то есть нужно советоваться с партнерами из Сбербанка, как вы можете это закрыть и, допустим, ну, минимально заплатить, да. А один проход в бизнес-зал, он стоит около 30 долларов, а тут вы, пожалуйста, проходите, да. Ну, а за 3 месяца снимется 2500 рублей, вот что я могу сказать, да. То есть, на самом деле, такие фишки, такие лайфхаки, мы ими постоянно делимся, мы постоянно друг другу все это рассказываем. То есть, у нас такой большой клуб путешественников, такая семья. Это далеко не только о круизах, да, это и саморазвитие, и друг друга мы поддерживаем, помогаем SMM, Instagram и таргетинг. Поэтому добро пожаловать в нашу большую дружную семью, вот. Хотела вас пригласить, и, конечно, тут и разные приложения различные, мы можем, ну, допустим, отправить по запросу, да, если кто-то соберется в путешествие, и было бы очень хорошо этим всем обмениваться. Следующие дни спикеры расскажут про маркетинг-планы, про также то, как здесь можно зарабатывать действительно большие деньги и сидя на, как говорится, в любой точке мира, да, и работая на удаленке, вот, про легальность абсолютную клуба, который мы проверяли, да, не раз, наши партнеры проверяли, то есть не осталось никаких сомнений, да, то есть вся семья уже в клубе, ну вот, друзья, да, то есть об этих всех моментах, конечно же, ну и обязательно добавляйтесь, пишите, допустим, плюсик в директ, добавлю вас в чат, WhatsApp, где мы сможем обмениваться информацией. Ну а для тех, кто уже пойдет дальше, обращайтесь к тем, кто вас пригласил в эфир, да, или это было через Инстаграм, допустим, и когда уже примете решение присоединиться к нашему клубу в качестве туриста, выгодно путешествовать, или в качестве партнера еще на этом зарабатывать, тогда мы уже будем делать закрытое обучение, где по полочкам все-все мы будем
рассказывать. Вот, поэтому, друзья, всех была рада видеть. Также подписывайтесь на мой личный инстаграм nfortunata, где я рассказываю о своем нашем путешествии по Южной Африке. А вот, ну, не только по Южной Африке, но вот свежие впечатления, наша крайняя, как говорится, поездка. Вот, и в этом году, конечно, будут еще поездки. Карантин не вечен, границы откроются. И, как нам вчера даже говорил наш президент компании, очень хорошо, что мы сейчас, вот те, кто в клубе в нашем, мы не занимаемся тем, что мы продаем туры, и сейчас большая головная боль, конечно, у всех этих компаний круизных насчет, как сделать максимально комфортными условия туристов, которые куда-либо не попали, да, и так далее. Мы с этим всем не связаны. Мы связаны только с тем, чтобы люди вступали в наш круизный клуб и бронировали себе на будущее, инвестировали в свое, как говорится, будущее путешествие для всей семьи. Поэтому это все инвестиции в путешествия, которые вот как в долларовой валюте, да, которые не сгорают, никуда не денутся и останутся с вами на долгие годы для вас и для вашей семьи. Поэтому, конечно же, я выбираю как путешественник, 18 лет стажа у меня путешествий, да, как один из приоритетных своих направлений для себя, для своей семьи, я выбираю, конечно, круизы. Поэтому очень вам рекомендую познакомиться с этой прекрасной возможностью, пока хотя бы онлайн изучить, про себя запланировать свой будущий круиз, куда это будет, там, Испания, может быть, Австралия, да, Аляска. Решите сами и пишите. Обязательно обменяемся обратной связью. Да. Спасибо большое. Всех рада видеть. Пока.